Страшная трагедия в Кемерове потрясла всех. И курагинцев она потрясла настолько, что обычно не очень активные, они сами решили в день траура провести памятную акцию. Инициативная группа разослала по всем возможным каналам сообщения, которыми делились. Информация распространялась дальше и дальше, и в назначенные 18 часов 28 марта на центральной площади поселка собрались люди – малыши, школьники, молодежь, люди солидного возраста. Районный дом культуры оказал поддержку активистам, и вся акция сопровождалась пронзительной музыкой, отражающей человеческую скорбь. Под плакатом «Кемерово, мы с тобой» зажжены свечи, лежат букеты цветов и игрушки. У всех в руках, ставшие символом скорби о погибших в пожаре, детях белые шары. И сегодня я всем предлагаю запустить наши шары в память о погибших детях. Шары улетают в небо. Подходит к концу день всероссийского траура. Но ведь мы не забудем о страшном происшествии. Ведь мы теперь будем внимательны к работе тех, кто отвечает за безопасность наших близких. Ведь мы будем каждый на своем месте соблюдать все правила и заботиться о безопасности. Правда, курагинцы? Этот страшный урок должны выучить все.